Протягиваем выпуск. Гомельский городский отдел следственного комитета проводит проверку по факте смерти 16-годовой жихарки областного центра. По официальным заключениям, ее причиной стало имкливое течение менингококковой бактериальной инфекции. У понеделок 11 соковика у тяжким стане яна была доставлена у одну из установ аховы здоровья, але выратовать ее медики не сдолили. 11 марта в учреждении Гомельская областная детская клиническая больница реанимационной бригадой скорой медицинской помощи был доставлен ребенок 16 лет с признаками генерализованной бактериально-вирусной инфекции в тяжелом состоянии. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, ребенка спасти не удалось. Мы приносим свои соболезнования родным и близким ребенка. Мы рекомендуем принять меры предосторожности, поскольку данный возбудитель очень нестойк во внешней среде, и заболевание передается только при очень тесном контакте. Поэтому, конечно же, необходимо принимать меры и соблюдать нормы гигиенические, в первую очередь мытье рук, проветривание помещения. И при появлении первых признаков инфекционного заболевания, таких как повышение температуры, недомогание, обратиться к врачу.